Аня. Да, солнце мое, как ты ко мне прорвалась? Ну вот так вот. Короче, мне надо домой все. Чего? Что слышал? Мы не, я здесь не одна, у нас на громкой связи все. Куда тебе надо? Геленджик. Зачем? Надо так. Ничего не знаю. В смысле? Ты опять начинается старая песня. Успокойся. Слушай меня внимательно. Мне надо доехать до Геленджика. Меня там Танька ждет. Таня на работу. Как рука сломана. Таня, ну как круче, по этим, по работам, кто распределяет. Успокойся, я все уже. Слушай, ты меня уже достала. В смысле? Да вот таком, ты сиди там уже и сидишь, и сиди. Слушай, тебе надо тут, ты сиди. Я домой еду. В смысле, к матери? Нет, в смысле туда, в Геленджик, на работу. Так рука сломана. Ничего дальше. Он не соскучился, что ли? Ну, допустим. Допустим. Это ты так при всех, да, цифровщик. Ладно, слушай меня внимательно. Да. Мне нужно перевести деньги, мне надо доехать до дома, все. До Геленджика. Сейчас, подожди. Давай. Ну, я попробую так. Да, сейчас. Угу. Ты сейчас опять прибьешься, у меня ни копей нет, ни квартиру не снять, ничего. Чего ты начинаешь сейчас? Мне опять начинаешь тоже тут старую историю. Да, как в прошлый раз. У тебя это в твоем центре, это уже вторая серия. Мне Санта-Барбара. Я больше в Санту-Барбару не поеду, успокойся. Хватит уже. Мне этот сериал нахер не нужен, Санта-Барбара. Я тоже знаю. В центре вторая серия. Не надо мне твою вторую серию, я больше сюда никогда не приеду, понял? Да. Это последний раз. Говорят, что у меня говна не есть. Слышишь, я тебе сказала. Это все слышат люди. Очень смешно. Я тебе потом все скажу. А как ты меня подставила? Ты не забыла? Да, ладно, да, все. Да, а тебе одни неприятности, оно мне нахрен не нужно. Слушай, ты хочешь расстаться? Эй, проблем нет. Ты понимаешь, нету. Что дело в том, что я прав, а ты меня выставила давно. Все, тихо, я сказала. Я сказала, не надо мне тут на публику орать. Я на публику не ору, я тебе говорю, у меня денег нет, жилье снимать, все. Сегодня у тебя есть деньги на билет домой? Я найду нету, деньги. Нету у меня сейчас денег. Сегодня у тебя вал, все, ты мне начинаешь. Все, хорошо, давай. А я его вообще не получил, кстати, ты начал смотреть во время сколько. Знаю, во сколько получишь? Ты вообще последний раз деньги можешь после вечера? Чтоб ты знал. Я на автобус деньги знаю. А где ты будешь жить? Не важно. Ну не важно? Важно, конечно. Вот где ты будешь жить? У меня нет бабок снять жилье тебе. Вот в данный момент нет. И что ты предлагаешь?